Не хватает сейчас кандидатов и на другие должности в Прибайкалье. В нашем регионе наблюдается дефицит кадров. На основании чего сделаны такие выводы, расскажем прямо сейчас. Работник – дефицитная единица в Иркутской области. Рынок труда региона уже второй год, по данным сервиса ХХРУ, испытывает кадровый голод. Например, за последние 7 месяцев на одну вакансию в Прибайкалье в среднем приходилось чуть больше 3,5 резюме. Не удивляйтесь, но это низкий уровень конкуренции за работу. Ведь в целом по России на одно предложение претендуют 5 или 6 человек. Нет кадрового голода в нашем регионе только среди юристов. Выяснилось, что таким специалистам труднее всего найти свое место. На одну вакансию в этой сфере приходится почти 8 резюме. Возможно, это повод задуматься о смене профессии. К тому же сейчас в регионе доступно более 600 программ бесплатного переобучения для жителей. Можно пройти курсы или повысить квалификацию. На сегодняшний день по программам одобрено более 3000 заявок от желающих. Самыми популярными направлениями стали информационные и цифровые технологии, медиакоммуникации, строительство, управление персоналом, бухгалтерский учет и сварочные технологии. Юлия Шинкарюк, Анастасия Смирнова. Новости по будням.